Вы знаете, мне было очень приятно, что я литературную взял газету, мне сделали вот выписку, показали, и там уже не мы, а эта газета написала, как не стыдно. Конечно. Нашей прессы. Конечно. Был фестиваль Островского. Угу. Мы проводим его раз в два года. Ну, кто такой Островский, не будем говорить. Он известен по всей стране, по нашей, и за рубежом он идет. И вообще уже много лет, вот сколько я знаю театр, он является как бы первым или вторым драматургом по количеству сыгранных спектаклей вот по всем театрам. И сейчас и молодежные театры, и новые театры, и старые театры в разной интерпретации, но ставят Островского. И это хорошо, это верно, потому что все темы, которые он там поднимает, угу. они сегодняшние. Да? И тема коррупции, тема чиновничества, так он и пишет, чиновник там такой-то, такой-то. Поэтому вот провели и этот фестиваль, и вот, наконец, одна газета напечатала о том, и поругала всю остальную прессу о том, что после нашего эфира все газеты напишут. Я вам... Ну, дай бог. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».